Добрый день, дорогие друзья! Сегодня будем делать педаль из гетинакса омедненного с неубиваемым проводом в тканевой оплетке. Сейчас едем по магазинам закупаться ингредиентами. Цель нашего путешествия – магазин «Вертикаль Экстрим». Туризм, альпинизм находится в Омске по улице Лермонтова. И для нашего клипкорда я взял вот такую вот веревочку. Вот она, семерка. Из него вытащу внутренности. Будет вечный кабель. Древний аппарат, которым режутся веревки. Не хромовая проволока тут. Включается, нагревается, режется веревка. Вот мне уже здесь 4 метра отмерили. Вот включается. Нагревается не хромовая проволока. Вот пошел дымок. Аппарат, он, наверное, древний, да? Да. Еще, наверное, советский. Вон как все четко. И сразу заплавляет края, чтобы не растрепались. Спасибо. Мой танк. Ну все, поехали. Так, мы взяли все ингредиенты. Сейчас приедем домой.
Крепление штекера готово. Теперь очередь дошла до педали. Она изготовлена из гитинакса, омедненного с одной стороны. Такая пластинка была. Ножницами по металлу по размерам я вырезал. Кредитную карту приложил, но она чуть длиннее, по ширине, как кредитная карточка. Здесь залудил оловом. Использовал флюс. Флюс-гель вот такой, ТТ. Применяется для пайки радиоэлектронной аппаратуры. Отлично ложится припой на этот флюс. Для того, чтобы не окислялось, контакт будет лучше в местах соединения. Здесь не будет контактировать. Вот верхняя часть вот такая. Нижняя часть, для того, чтобы не скользила, оклеена резиной. Сейчас соберем колпачковые гайки нужны. Винты, нержавейки и электрические прокладки, шайбы. Клипкорд у нас вот готов. Оплетка износостойкая. Вот еще аналогичный клипкорд с RCA разъемом для роторной машинки. Сделан по тому же принципу, что вы видели. Изначально делал длину 2 метра. Но почечему-то получилось 1,80 м. В процессе монтажа там обрезал, стыковал. Все отлично, все крепко держится. Можно дергать со всей силы. Никуда ничего не денется. Еще хотел вам сказать, что можно, конечно, клипкорд не так прикрепить к этой педали, как я сейчас вам покажу. Вот здесь отверстия сверлятся. Можно обычным клипкордом для индукционной машинки соединяться. Винты вставляем. Последовательность такая. Винты. Один провод у нас идет к нижней пластине. Прилегает к ней. Второй провод
у нас идет винт, затем изолирующая шайба, гаечка. И только после этого накидываем клемму второго провода. А на этот контакт сверху идет, здесь сверху диэлектрическая шайба, а здесь снизу. Вот сейчас осталось только затянуть, и педаль наша готова. Крепче сейчас сделаем все. Нажимается вообще легким касанием. Такая педалька получилась. С неубиваемым клипкордом. Здесь при желании можно поставить колпачковые гайки с отверстиями, чтобы крепить клипкорд для индукции. Вот здесь сверлятся отверстия. И можно при желании защелкивать сюда. То есть кому-то так нравится, кому-то так, не знаю. Я изначально делал ее под такой клипкорд. Такая веселенькая конструкция. Сейчас протестируем. Поближе поставлю все тут. Аппаратуру. Сейчас какую-нибудь машинку воткну. Шесть с половиной. Легенькая педаль. И в общем-то контакт у нее вообще как надо. Ну и клипкорд RCA покажу вам в работе. Сечение провода 0,75 миллиметров. Конструкция надежная. До новых встреч, друзья. С вами, как обычно, был Серж.